Всем привет, вы на канале Страна Игрляндия. Продолжаю прокачку нубовского аккаунта. На этом аккаунте у меня всего один герой, это Шелли. И бои я могу проводить всего на одной карте. Посмотрим, что мне светит в центре карты. Ничего не светит, все усиления уже разобрали. Надеюсь, успею помочь напарнику. Отлично, плюс 2 усиления. Всего одна команда ушла с карты. Ну вот, как-то так. Уровни силы героев небольшие. И сразу же давайте еще один бой. Насколько я понимаю, еще одна победа. Есть возможность забрать одну плюшку. Посмотрим, что это будет. Большой ящик. И да, скорее всего, выпадет новый герой. Поко! Круто, но теперь нет нужды мариновать Ниту. Нужно ее также будет забирать. И еще поднимаем силу Шелли. Парочку усилений взял, но у меня всего половина хп. И снова эта победа.
У меня пошаговая стратегия. Немного подумал и решил еще один бой. Прикольно начинать с нуля, когда ты хотя бы немножко умеешь играть. Ну что, погнали, заберем Ниту. Получается, за сегодня у меня уже 2 новых героя. Новая карта. Это очень хорошо. В следующий раз я обязательно на ней сыграю. За сегодня даже не 2, а будет 3 новых героя. Плюс Кольт. На этом буду заканчивать. Всем пока и до новых встреч!